ефірі суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Раз на тиждень, вівторок, ми зустрічаємося в цій студії, щоб обговорити соціально значимі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – реконструкція Соборної площі Миколаєва. Сьогодні чи згодом – окремо чи в комплексі? Магістратська, Соборна, Радянська, Леніна, знову Соборна. За понад 200 років головна площа міста неодноразово змінювала не лише назву, а й зовнішній вигляд і планування. Від початку вона була значно більшою, ніж нині, і складала єдине ціле з територією нинішнього меморіалу героїв ольшанців. Площу прикрашала видатна забудова доби класицизму, магістрат, адміралтейський собор та інші споруди. На жаль, час та історичні обставини не пожаліли цих архітектурних пам'яток. Будівля магістрату була знищена більшовиками у 1936 році, а вже за рік вони висадили у повітря і Адміралтейський собор. Докінчили нищення архітектурних пам'яток у серці старого міста Друга світова війна та подальші перепланування і перебудови. Нині від старої магістратської площі залишився незначний у порівнянні з автентичним фрагмент, на якому протягом тривалого часу знаходився пам'ятник вождю світового пролетаріату, декомунізований у лютому 2014 року. І от саме цей фрагмент, який, власне, і є центральною площою Миколаєва, у 2017 році було вирішено повністю реконструювати. Реконструкція розпочалась у поточному році. Але думки містян розділились. Декому ця ідея дуже сподобалась, і як і проєкт нової площі. Дехто вважає реконструкцію завчасним марнотратством, а проєкт, м'яко кажучи, невдалим. З огляду на громадський резонанс та, безумовно, значимість Соборної площі для Миколаєва і миколаївців, ми вирішили обговорити цю тему у проєкті «Дебати Миколаїв». І я представляю вам наших спікерів. Сергій Коренєв, директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Та Сергій Ісаков, депутат Миколаївської міської ради. Доброго вечора. Добрий вечір. Я чекаю від учасників дебатів, аргументованих заяв та дотримання культури дискусії. Обійдемось без надмірних та шкідливих емоцій, лише факти та переконливі аргументи. Конкретне питання, конкретна відповідь, конкретна відповідь, конкретна ремарка. Шановні учасники, спершу пропоную вам позначити свої позиції. Правила першого раунду. Кожен з вас має 3 хвилини на озвучення своєї позиції. Також опонент має можливість озвучити свою реакцію на вашу позицію та отримати реакцію у відповідь. І я нагадаю, що тема нашої студійної дискусії – реконструкція Соборної площі Миколаєва. Сьогодні чи згодом, окремо чи в комплексі. І з огляду на те, що процес вже розпочався, питання «сьогодні чи згодом» звучить риторично, але все ж таки, на вашу думку, чи потрібно було розпочинати реконструкцію площі саме цього року, чи, можливо, трохи було згодом це починати, підійти до вирішення цього питання більш зважено і реконструювати, наприклад, комплексно разом з Хлоцьким бульваром, набережною, там, тощо. Сергій, як ви гадаєте? Я вважаю, що як тільки у нас були готові документи, і учитывая те, що средства определенные були виділені, мы не могли ждать, и нам необходимо было начинать этот проект. В комплексе с Флотским бульваром мы начать не могли, поскольку есть целый процесс подготовки проектной документации, и он еще по Флотскому бульвару не завершен. По Соборной площади же документация была полностью готова, соответственно, необходимо было начинать ее реализовывать. Так, то есть ваша позиция? Да, нужно было строить. Зараз. Вже сьогодні. Да. Зрозуміло. Дякую. Коментар, можливо, Сергій? Я теж вважаю, що реконструкція потрібна, але не сьогодні. Є 3 моменти, які мене заставляють серйозно задуматися о важності і нужності реконструкції саме зараз. Перший момент – це, собственно, сам проєкт. У мене викликає дуже багато питань. Второе – це своєчасність проведення цих робіт. Тому що у міста є велике кількість проблем, які сьогодні потрібно вирішити. І третє – то, як сьогодні ведуться эти работы, как мы видим влияние волюнтаризма при принятии управленческих решений, и все это может привести к тому, что либо качество работ будет недостаточное, либо сроки будут нарушены. Добре. Тоді конкретніше ваша позиція. Треба було розпочинати сьогодні? Я считаю, что реконструкция нужна, но не сегодня. Город должен решить главные свои проблемы. В основном это больше 100 текущих крыш, раскопанный центр города,
открытые крыши на школах и больше 10 недостроенных объектов в городе, которые строятся уже третий и четвертый год. Это все надо было бы закончить нормально, все это сделать, а потом приступить к реконструкции площади. Зрозуміло, дякуємо. Прокоментуйте. Если говорить о каких-то локальных проблемах, крыши, множество недостроев, всюду есть какие-то собственные причины. Если говорить непосредственно о жилом фонде, то на жилой фонд были выделены средства в 2018 году, на 2019 год 81 миллион гривен. Мы эту цифру не уменьшали, а только ее увеличили на 6 миллионов. Более того, добавили в объектный список еще дополнительно к тем уже имеющимся 14 крыш жилых домов. Поэтому говорить о том, что что-то необходимо делать, а что-то нет нужды делать, абсолютно неправильно. Все проекты должны идти параллельно. Есть вопрос культуры там, или досуга горожан в виде соборной площади. Необходимо реализовывать соборную площадь. Вопросы жилого фонда необходимо рассматривать отдельно, заниматься ими, реализовывать. Вопросы коммунальной сферы, инфраструктуры города необходимо рассматривать параллельно со всеми этими вопросами и заниматься ими в том числе. Зрозуміло. Дякую. Йдемо далі. Від самого початку Центральна площа Миколаєва, незалежно від того, яку вона мала назву та які часи переживала, вона була суто адміністративною. От нинішній проєкт її реконструкції передбачає встановлення на площі під час різноманітних заходів лотків, будок, яток тощо. На вашу думку, чи не перетворить, наприклад, ця ідея адміністративну соборну площу там на ринку? На ринкову площадь. И насколько досильна есть эта идея? Сергей, будь ласка. Ну, я считаю, что именно так и будет, потому что я просмотрел много презентаций именно проекта реконструкции площади и увидел там главную фишку, которая, с моей точки зрения, заложена в реконструкции площади. Это, прежде всего, создание определенного шалмана из навесов, столов, стульев, пива, шашлыков и так далее. Если вот эта цель соборной площади, то я против этого. Я за то, чтобы соборная площадь была соответствовала первоначальному ее назначению, была площадью административной, соборной, не от слова того, что там собор находился, а от слова собор, собрание, чтобы люди могли там собираться. И площадь оставалась административной. Для рыночной площади в Николаеве можно всегда найти место и сделать рыночную площадь с определенными такими шалманами где-то в другом месте. Зрозуміло, дякую. Можливо, короткий коментар та ваша відповідь? Да, действительно, в проекте реконструкции предусмотрено достаточно много новых, скажем так, элементов, которые позволяют на этой площади проводить культурно-массовые мероприятия для отдыха горожан. На эскизах вы показали расстановку сцены и расстановку, ну, так скажем, ярмарки для людей. То, что у нас происходит уже на протяжении, ну, на моей памяти, на протяжении 5 лет, по факту это уже больше, когда во время каких-то праздников, новогодних, масленица, пасхальные праздники, на площади выставляется ярмарка, и люди на ней отдыхают. При этом проектом реконструкции предусмотрена площадь в таком виде, что вреда для нее от вот этих массовых мероприятий никакого не будет. То, что мы видели последние 5 лет, это вытаптывание газонов, забивание каких-то заглотных деталей и порча асфальтового покрытия, которое было, отсутствие необходимых электрических мощностей на месте, чтобы все время приводило к каким-то подключениям, кабелям, к нарушению правил техники безопасности, к отсутствию канализации и выливанию на зеленые зоны нечистот. Все это мы учли в проекте реконструкции, и ее действительно уже исключительно административной назвать нельзя. Сегодняшние реалии требуют от нас совершенно другого подхода. Люди хотят отдыхать. Люди отдыхают в Европе так повсюду. Мы можем посмотреть площади в Будапеште, мы можем посмотреть площади в Стамбуле. Все сделано таким образом. Подрядчики, которые на сегодняшний день работают на площади, говорят, какая будет отличная площадь, какие идеи в ней заложены, мы нигде не реализовывали еще в Украине подобных идей. То есть фактически это новаторство во многом. Говорить о том, что мы ее во что-то превращаем,
базарная, рыночная, ну, я считаю, что категорически неправильно, потому что и термин административная площадь неприменим в целом. Мы сегодня живем в совершенно в другое время. Народ избирает депутатов, депутаты – представители этого народа. Народ должен отдыхать, должен видеть, как люди работают. Депутаты, избранники должны отдыхать вместе с ними. То есть сейчас уже не скроешься за стеной исполкома. Сейчас мы все открыты, сейчас вот мы стоим в этой студии, общаемся друг с другом, излагаем свои позиции, люди нас будут смотреть. То же самое и площадь, она должна быть для людей, а не какой-то административный элемент из прошлого. Поэтому вот считаю, что то, что реализовываем мы на сегодняшний день, оно есть правильным. Зрозуміло, дякую. Сергій, коментар. Коментар следующий. Дело в том, что я не приемлю закатывание площади в гранитную плитку. Гранитная плитка в южном городе – это нонсенс. Вкатать туда почти миллион долларов только в плитку, но это неприемлемо. Я сторонник каких-то зеленых насаждений на площади. И я не специалист, я не архитектор, но вот у меня мнение ведущих архитекторов города, в частности, в Николаеве площадь с замощением плиткой не нуждается. Совершенно без газонов это будет выжженная площадь. Владимир Яровой, заслуженный архитектор Украины. Для чего мастить площадь плиткой? Солнцепек устроить? И для чего? Для показухи. Владимир Миколайчук, главный архитектор в свое время города Николаева. У нас южный город. К чему же задыхаться асфальтом или плиткой? Анатолий Зубик, бывший главный архитектор Гипрограда. Газоны обязательно должны быть. Елочки, можжевельник, розы. Все это должно быть. Наш город на юге максимально должно быть все зеленое. Вот это мнение не мое. Это мнение архитекторов и мнение многих жителей города Николаева. А то, что касается депутатов, ну, с депутатами никто не посоветовался. Если вы говорите о представителях народа, территориальной громады, то у депутатов никто и не спросил, а какой они вообще хотят видеть эту площадь. Раз мы представители, то у нас должны были спросить. Добре. Такого вопроса не было. Ми якраз переходимо таким чином до другого питання, до нашого. Центральна площа міста, об'єкт для містян значимий. Чи узгоджувалось з громадою рішення щодо реконструкції Соборної площі? І чи проходив громадське обговорення остаточний проєкт цієї реконструкції? І якою була думка членів містобудівної ради? Сергій. Ну, идея реконструкции Соборной площади не нова, она обсуждалась достаточно давно, наверное. Сама мысль появилась еще с десяток лет назад. Но вот в 2016 году агентством развития города Николаева был проведен конкурс идей в 2016 году, в котором было около 45 участников. Это был первый шаг на пути к обсуждению. Были проведены соцопросы, участники предоставили свои идеи, люди выражали свои мнения. Это все было доступно, даже сейчас в рабочем состоянии находятся те страницы, интернет-страницы, и можно зайти посмотреть, как это все обсуждение проходило. Значит, идеи были выбраны. В 2017 году была утверждена конкурсная программа, уже профессиональная. Было около 10 членов жюри, это, ну, и, естественно, главный архитектор города Николаева, главный архитектор города Ужгорода, заместитель главного архитектора города Киева, заслуженные архитектора Украины, общественные деятели, журналисты были в составе этого конкурса. Был известный николаевский поэт, покойный уже Кремень. По факту этого конкурса было выбрано и отданы три премии. Первая премия была отдана непосредственно предприятию Urban Construct, с которым и рекомендовали заключить договор на проектирование. То есть процесс был настолько прозрачный, процесс полностью освещался в интернете. Повторюсь, можно сейчас проследить историю эту всю на общедоступных страницах.
Поэтому говорить, что кого-то не привлекали или привлекали. Если говорить о депутатском корпусе, то депутатский корпус понимал, что идет это обсуждение. Депутатский корпус понимал, что закладывает на площадь определенные средства. Ведь заложить средства в бюджет просто так невозможно. Для того, чтобы их заложить, необходимо непосредственно по направлению ЖКХ пройти сначала комиссию ЖКХ, пройти комиссию планово-бюджетную, пройти исполком. Поэтому говорить о том, что депутаты чего-то не знали, либо чего-то не видели, возможно, не хотели знать, возможно, не хотели заниматься. Тут соглашусь, потому что это требует внимания, требует усилий и затрат определенных временных. Вот прозрачность была обеспечена полностью всего этого процесса. Идеи были предоставлены, притом людьми, которые имеют соответствующие компетенции. Победитель был избран, первая премия была отдана. На основании этого был заключен договор на проектирование. А громадські обговорення відбувалися? І на градсовєті утверждали, і ну, непосредственно громадські обговорення, не готов сказати, як це там оформлялось, але от, от така от канва була вистроєна всього з 16-17 рік. Зрозуміло. Дякую, Сергій. Коментар. Не сильно согласен з Сергієм Ніколаєвичем. Діло в тому, що когда подводился итог в октябре 2017 года, и было выбрано не три проекта, а четыре. Там была еще специальная премия жюри, на минуточку, которая мне лично понравилась больше всего, но это такое. И тогда же было написано в решении, что окончательный выбор проекта из вот этих трех или четырех будут делать депутаты. Посмотрите, я, готовясь к сегодняшней программе, внимательно посмотрел это решение. Вот. Но в конечном итоге с 2017 года до конца 2018 года, когда выделялись деньги в бюджете, никакой работы с депутатами, я не хочу сказать, что депутаты истинно в последней инстанции, но никакой работы с депутатами не было. Эти проекты нужно было бы нормально выносить на комиссии, которые у нас 6 комиссий, пройти эти комиссии, получить какие-то вопросы, замечания, провести по-нормальному общественное слушание, потому что худо-бедно речь идет о 100 миллионах. 100 миллионов гривен для города – это сегодня самый крупный из реализованных проектов. Это пятая часть бюджета развития города. И поэтому такие траты должны были производиться только с ведома граждан. Граждане не сильно были посвящены. Что касается интернет-опросов, сколько в Николаеве в интернете сегодня находятся людей, особенно в Фейсбуке? Ну, максимум 30%. Во Львове, в Киеве 90. Это тоже недоработка, как в том числе и исполнительной власти. Но этот опрос 100% не был репрезентативным. Поэтому если власть собиралась делать этот проект, в 2018 году она должна такие слушания была провести. Учесть мнение градостроительного совета, только один человек сказал, ну, гранит на площади, ну, пусть будет. Все остальные выступили категорически. У меня с собой выступление на этом градостроительном совете всех членов. Все члены градостроительного совета высказались против такого покрытия. Тем не менее, никто этого не услышал. Тем не менее, замаячила дата 230 лет городу, и под эту дату начали что-то клеить. И когда принимался бюджет, главное было принять, ну, тех депутатов, тех фракций, которые его принимали, главное было принять другие вопросы, которые находятся в бюджете. Площадь оставалась как бы на втором плане. Никто этот вопрос отдельно не выделял. Я уверен, что когда депутаты две фракции голосовали за бюджет, толком до конца и не понимали, что там есть эти 35 миллионов на реконструкцию площади. И не верили, что это вот так быстро может начаться. И потому что не было той работы, то есть подготовка к принятию бюджета в плане соборной площади была практически нулевой. Это факт. Ни на комиссиях, нигде этот вопрос не обсуждался. Сейчас, дякую. Прокомментуйте. Южный город. Сейчас непосредственно там идет реконструкция бульвара полностью в граните. При этом этот бульвар упирается в площадь, очень схожую на нашу. Ну, единственное, что та площадь вымощена обычной бетонной плиткой, поскольку ее реконструкция была там несколько лет назад. Можем посмотреть на Барселону, на Мадрид. Они тоже вымощены в граните. Поэтому ссылка там на южный город или не южный город, наверное, не совсем правильная. Наши горожане, мы выкладываем тротуар в районе дома художника в бетонной плитке. Горожане кричат: «Что вы укладываете в бетоном наш город?»
надо гранитную плитку ложить. Поэтому наши мнения могут быть нашими мнениями, а мнения профессионалов, авторов тех идей, которые были заложены на конкурсе идей, авторов тех проектов, которые на профессиональный конкурс предоставлялись и оценивались соответствующим жюри, я считаю, должны становиться определяющими, и мы должны им следовать. Более того, практика показывает, что гранит более долговечный материал, гранит имеет значительно большую, ну, так сказать, составляющую красивую, да, то есть он более симпатичный материал. Про сам еще будем да. говорить. Поэтому далее. Думаю, что в данном случае гранит, бетон, зеленые, незеленые насаждения на площади нужно отдавать все-таки мнению людей, которые имеют соответствующие компетенции. Они были высказаны. Площадь является местом сбора горожан. У нас, собственно, на площади деревьев не было. Мы заложили в проект 120 деревьев. Тоже ситуация как бы очень спорная. Есть зелень или нету? Есть. Да, она мобильная, но это позволяет ее перемещать и опять-таки не тратить средства на возобновление всех этих фондов, той травы, которую вытаптывали на площади. Дякую, про це ще будемо говорити. Коротка ремарка. Да, коротка ремарка. Скажите, а сколько людей проходит по этой плитке в Барселоне и сколько в Николаеве? В Николаеве проходит меньше. В Николаеве 500 тысяч жителей, в Барселоне. Порядке. А в Барселоне больше. Поэтому там и гранитная плитка, потому что ничего другого держаться не будет. У нас такого количества людей в принципе быть не может. Что касается деревьев в кадушках, скажите, пожалуйста, а каким образом они будут создавать тень? Собственно, для чего нужны деревья? Прежде всего, тень создавать. Как они будут работать в этом плане? С чего вы взяли, что основная задача деревьев – создавать тень. Для красоты. Тут есть высказывание одного из ведущих архитекторов, что выставленные деревья будут напоминать кладбище. Есть и такие мнения? Мнения могут быть разные. Петр Дерменджи, архитектор Дворца металлургов. Появляются деревья в катках, и площадь начинает производить впечатление кладбища. Если сакуры цветущие напоминают кладбище, то я тогда доверяю этому экспертному мнению. Речь идет о том, что я тоже не эксперт, как и вы в архитектуре. Я привожу мнение, высказанное членами градостроительного совета, теми людьми, которые должны были принять профессиональное решение. В конечном итоге профессиональное решение принял один городской голова, который является инициатором и вдохновителем идеи под конкретную дату. Это очень мне напоминает Советский Союз, когда мы к 7 ноября строили какие-то объекты, которые потом разваливались. Очень многие из членов градсовета были членами жюри на профессиональном конкурсе. Сразу немногие. Сразу был конкурс, и они отобрали проекты. И каждый высказался за свой. Было 4 победителя фактически, потому что специальный приз просто так не дается. И после этого был градостроительный совет, когда уже был выбран конкретный проект, тот, который сегодня реализуется. И вопросы задавались по конкретному проекту, они имели право это сделать. Потому что я сейчас не трогаю, у нас мало времени, но я не трогаю профессиональные вопросы, такие как стоянка автомобиля. Этот вопрос никак не решен. Если посмотреть те документы, которые у вас есть, я их посмотрел, то классная идея. Давайте разместим автостоянки за 10 минут ходьбы от городского совета, и тогда чиновники будут ходить пешком больше, и это поможет улучшить их здоровье. Но разве это решение проблемы? Это не решение проблемы, это ее все равно люди будут туда ехать на машинах, хотим мы того или нет. И разместить автостоянку там невозможно. Эта задача должна была решаться при проектировании. Либо подземная стоянка, либо еще что-то, но это должно было быть. Ну, вот тут есть и такое мнение, что проект сырой, это Петр Казмерчук, это бывший главный архитектор Николаевской области, и требует доработки. Ну и опять же в продолжение, в мэрии уже никто, как раньше, пешком не ходит, значит вопрос парковки тоже надо решать. В этом проекте он не решается никак. Это частный вопрос, потому что мы начали с более глобального, но это частный вопрос, тем не менее, не решен, и мнение ведущих архитекторов города не учтено в процессе реализации того проекта, который сейчас осуществляется. Короткая ремарка есть? Чи идем далее? Если говорить об автомобилях, я на данный момент не испытываю проблемы припарковаться рядом с горисполкомом. Добре, дякую, идем далее, потому что у нас час.
Дебати тривають, і ми переходимо до другого раунду. Його правила дуже прості. Ви можете поставити по два запитання один одному. Сергій, ваше перше запитання до Сергія. Я би от хотів задати вопрос о тих частностях, о которых ви говорили. Да, конечно, необходимо ремонтировать крыши в городе, необходимо ремонтировать дороги. Но наша площадь является частью культуры нашего города. То есть горожане приходят и отдыхают на этой площади. Горожане приходят, празднуют определенные события в городе. 230-летие, возможно, будут праздновать. Новый год празднуют. Все значимые даты проходят именно на площади. Я вот, готовясь, вспомнил ремарку относительно Уинстона Черчилля, который войной не сократил затраты на культуру Великобритании, сказав, что за что же мы тогда воюем, если не как за свое наследие, за ту историю, которую создали наши предки. Так вот, скажите... Питание. Все ж таки. Да, я подхожу к нему. Подводка. Да, учитывая то, что очень много частностей, как же вы тогда считаете, должны были быть распределены средства? Как же вы считаете, тогда необходимо выстраивать приоритетность для людей нашего города, массово, не рассматривая отдельные округа, не рассматривая отдельные районы. Вот учитывая то, что вы как раз должны следить и уделять внимание именно городу в целом, учитывая то, что у вас нет округа. Нет округа, я действительно слежу за всеми и помогаю всем жителям города, которые ко мне обращаются, как с Заводского района, так с Корабельного и с других районов. Это правда. Что касается моего видения, то касательно вашей сферы деятельности департамента ЖКХ, я говорил и говорю, что никакой привязки не должно быть к округам. У вас должен быть перспективный план работ, в котором должны быть аварийные крыши, аварийные дома. И независимо от того, хотят там депутаты какие-то крутые или не крутые получить себе деньги на округ, вы должны реализовывать этот план. Этот план должен быть. Этот план должен быть озвучен на ближайшие 5 лет. И люди, когда к вам обращаются, не должны получать отписки, как сейчас. Денег нет, а вы это самое, что там, вы надеетесь. Должно быть сказано четко, вы в плане номер такой-то, и если будет столько денег, это будет в 2019 году, если столько в 2020, если столько в 2021. И люди будут понимать, когда они реально получат то, что просят. Если такого плана не будет, то будет то, что вы говорите. Разборка по округам, кто круче, тот больше имеет. Возьмите 50-й округ или 45-й округ. Посмотрите, что там делается. Там, или в этом году 10-й округ. Там, в этом году на 10-й округ ваш департамент и администрация Заводского района финансируют 50 объектов. Там, где я живу, это не мой округ, но я живу 8-й, 0. Вот как такое может быть? Был бы план капитальных ремонтов, а это ваша главная задача, на перспективу, где бы выстроили в хронологическом порядке по проблемности те дома, которые есть. Уверяю вас, люди умные, они поняли бы, что да, они стоят в очереди, эта очередь движется, и в конечном итоге, рано или поздно, до них дойдет своя очередь. Но этого не происходит. Я в департаменте, начиная с 2015 года, говорю об этом. У Палько такой план был, он мне его показывал, но его ж надо утвердить. А вот на это никто не идет. Поэтому все равно, хотим мы того или нет, жизненные проблемы горожан на первом месте. Если у человека течет крыша, о каком отдыхе идет речь? И второй момент. Отдых на площади. Люди отдыхали на площади, когда там была травка. Туда приходили семьями, играли с детьми. Я сам с внуком много раз приходил туда. Он бегает, я не боюсь, что он куда-то упадет или еще что-то. Сейчас на площади, если маленький, он сейчас уже не маленький, но если маленький ребенок упадет, он себе лоб расшибет. И касательно, вы упомянули Новый год. Я пересмотрел ваше техническое, ну не ваше, а вашего ведомства техническое задание. Там слова «новогодняя ялинка» нет. Как вы ее собираетесь и где ее собираетесь ставить?
Там заложено все. Ну, потом выйдем, вы мне покажете. Я не нашел слово «Ялинка». А тогда все-таки вопрос, где она будет стоять? Между фонтанами или над фонтаном, или где? Она будет стоять на площади. В каком конкретном месте? Мы сходим с вами, я покажу на проектной документации. Ну, на проектной документации, уверяю вас, той документации, которая в тендерном предложении, ответа на этот вопрос нет. Я очень внимательно ее искал, специально себе в вопросах записал. Хорошо. Насчет плана департамента ЖКХ. План этот есть. План этот на достаточно большую сумму. И все эти наши бюджетные запросы, которые мы готовим, к сожалению, не удовлетворяются. Я вам этот план тоже готов показать. Вот, в принципе, ну, как приходите в департамент, можем сесть у меня за компьютером, это все дело посмотреть. План содержит в себе и не 100 крыш, я вам скажу, и даже не 150. Когда-то там, было 600. Да, там значительно больше объектов. Можно это все дело изучать. Другой вопрос, что за бюджет голосуют депутаты, и объектный перечень согласовывают исполком. Поэтому говорить о том, что чиновники принимают решение делать либо не делать объект, не совсем правильно. Чиновники реализуют ту программу, которую заложили избранники народа и заложил исполком. Насчет травки. Примыкание Флотского бульвара к Соборной площади будет зеленым, и газон на Флотском бульваре будет в порядке. То есть будет приведен в соответствие для того, чтобы действительно полюбившаяся ковровая газонная трава, выстеленная на тех газонах Соборной площади, появилась на Флотском бульваре, и люди могли лежать, играть, активно отдыхать в той зоне. Более того, в тени, а не под пекущим солнцем, под деревьями. Вы сами себе противоречите, потому что мы обсуждаем не Флотский бульвар, а площадь Соборную. Вы сказали, культура города, культура отдыха и все прочее. Поэтому у меня и возник вопрос. Именно, если вы говорите о Флотском бульваре, у меня огромное количество вопросов, но это не тема сегодняшней дискуссии. Как можно на граните отдыхать? Там градусов будет 40, температура нагретого этого гранита. Это даже не асфальт. Асфальт до такой температуры не нагревается. Ну хорошо, опустим это дело. Касательно исполкома, ну вы же прекрасно знаете. Ми йдемо на перше питання від вас, да. Сергій, до речі. От мене перше питання. Ну, як Сергій Николаевич почав з уточняючих там каких-то позицій, я хочу уточнити, Сергій Николаевич, а какая сьогодні сума вот, на даний момент виділена на реконструкцію площади? Сумма общая по средствам, которые у нас сейчас есть на реконструкцию, это 35 миллионов первичные, 31 миллион перераспределения, которым писали средства массовой информации, и 12 миллионов выделенные дополнительно. Смотрите, сейчас... Суммарно мы имеем сумму на данный момент 78 миллионов. Нет, не 78, 35, 31 и 12. Получается 60, правильно, да, 78 миллионов. 78, 0,17. Да. Я просто считаю, вычитая из этой цифры проектные деньги ну, на технадзор. Мы сейчас говорим о общей сумме на проект целом. Суммарно по договору на реконструкцию площади сейчас это не мой в районе 72 миллионов. Смотрите, идут активные разговоры, в частности, от подрядчика о том, что в связи с тем, что отсутствует финансирование, они либо приостановят работы, либо не могут закупить фонтаны и так далее. Скажите, пожалуйста, а что департаменту помешало использовать те 35 миллионов, которые были выделены еще 21 декабря 2018 года? Вот за этот период почему нельзя было после подписания договора 16 мая сделать положенную предоплату и никаких вопросов бы к вам, или там, к городу, или к мэру не было. Они бы делали свою работу и в случае невыполнения платили вот те штрафные станции. С моей точки зрения, они довольно серьезные. Там в случае задержки на месяц там 7% и все прочее. Вот почему штрафные станции отбросили. Почему департамент не смог проавансировать в соответствии договора, с договором подрядчику, выплатить подрядчику аванс? Я категорически против, департамент не смог проавансировать. Департамент мог проавансировать. Департамент не проавансировал. Давайте департамент так. Не проавансировал. То есть, естественно, у нас были переговоры с подрядчиком. Подрядчик озвучил, что он в состоянии начать работы без аванса.
за счет собственных средств. На сегодняшний день работы двигаются в плановом режиме на Соборной площади. Те слова, которые вы сейчас озвучиваете, вы базируетесь на информации исполнителя работ, который в четверг в 10:00 на еженедельной встрече с журналистами озвучил какие-то там свои внутренние, не знаю, догадки, либо что-то еще. То есть с подрядчиком официально, я, кстати, опровергал эту информацию, тоже в прессе давал интервью, с подрядчиком были достигнуты договоренности о том, что они в состоянии начать работы без аванса, что до массовой укладки гранита они деньги брать не будут. То есть, выполнить договор в срок. И выполнить договор в срок. А чем тогда вызвано... Послушайте, до начала массовой укладки гранита. На данный момент на площади положено в районе 500 квадратных метров. Естественно, подрядчику сейчас нужно оплачивать. Договор сейчас зарегистрирован. Мы сейчас готовим полностью все документы на оплату. То есть на этой неделе будет оплата по подрядчику по Соборной площади. То есть проблем с казначейством никаких у вас на данный момент не было? На данный момент нет. А чем тогда, извините, вызван перенос сроков окончания работ на декабрь следующего года? Не перенесены работы на декабрь следующего года. Мы заключили доп. Соглашение, в котором отразили не декабрь, а 31 декабря. Если это срок действия договора. А там другого срока нет. Хорошо, давайте без углубления. В программе соцэкономразвитки предусмотрена дата 2020 год. Поэтому в соответствии с программой соцэкономразвитки эта дата была указана. То есть подстраховались? Да. Хорошо. Комментар? Коротко? Ні, я вже поїхали далі. У нас є друге питання. Сергій, ваше друге питання до Сергія. Да, ми почали нашу дискусію з того, що обсуждали прозрачність або непрозрачність конкурсу. Я хочу к этому все-таки вернуться, хоча достатньо довго це обсуждали. 16-й год, конкурс идей, полное освещение в прессе, предварительно соцопросы. 17-й год, конкурс профессиональный с привлечением архитекторов других городов, общественных деятелей, журналистов, деятелей культуры. Первая премия отдана. Проекты бюджета рассматривались комиссиями. Проект бюджета был проголосован депутатским корпусом, были выделены средства. Что же еще необходимо было сделать и какое же ваше понимание открытости конкурса? Какой конкурс должен был состояться тогда в вашем понимании? Ну, прежде всего, начнем с конца. Проект бюджета не обсуждался в комиссиях. Я лично получил этот проект бюджета за 2 дня, 19 декабря 2018 года. За 2 дня до его рассмотрения. Я не знаю, досидели вы до конца или нет, но бюджет принимался в 23 часа. Никто я тогда еще не работал. А, да, ваше счастье, вы со 2 января 2019 года. Да. Вот. И никто из депутатов не видел вообще, за что он голосует. Голосование было исключительно политическим. То, что касается конкурса и обсуждений, мое глубокое убеждение, такими суммами городской голова, в данном случае, я уверен, что это его решение, не имел права разбрасываться без мнения горожан. Вот то мнение горожан, многих горожан, которое есть, оно бы было снято, если прошли общественные слушания, были обсуждения. И в тех же комиссиях не бюджет с 35 миллионами на площадь, до этого 35 миллионов вообще не звучало. Эта сумма появилась в самом конце, но у вас не было, я точно помню. Я видел предварительные наброски, там не было 35 миллионов. Если было желание начинать эту работу, можно было, еще раз говорю, пройти по комиссиям, даже набить шишек. Но люди бы знали, о чем идет речь, люди могли там как-то задавать вопросы более глобально. А так никто, вот я лично отнесся к этому, ну, во-первых, узнал, непонятно когда, но когда даже был принят бюджет, я посмотрел, я увидел там эти 35 миллионов. Но я отнесся к этому как очередной затее, прошу прощения, городского головы, которых было миллион. И у меня были сомнения в том, что вообще дойдет до тендера и всего прочего. Но так как все закрутилось и давайте за 4 месяца построим объект с нормативным сроком 7 месяцев, ну это нонсенс. Я по этому поводу, если есть 2 минуты, я по этому поводу хочу напомнить, есть такой треугольник ограничений. На жаль,
Ну, дуже, якщо дуже коротко, связь, то не вийде. Связь стоимости проекта со сроками и с качеством. Так вот, изначально получилось так, что мы сроки в два раза уменьшили, и компенсировать для получения этого же качества можно было только деньгами. Когда провели тендер, и сумма уменьшилась. То есть мы рискуем получить некачественный продукт, а для того, чтобы получить качественный, мы сейчас жертвуем сроками. И доп. Соглашение, которое ваш первый заместитель подписал, именно направлено на решение этой проблемы. Это законы экономики, тут деться некуда. Прокомментуйте, Сергей. Я в целом прокомментирую. Да. Сергей Михайлович, вы вот в своем ответе постоянно апеллируете, со всем уважением к вами, к тому, что вы лично не голосовали, к вам лично никто не обратился. Все-таки я возвращаюсь к тому, что конкурс идей, 45 идей было предоставлено, конкурс профессиональный, было множество предоставлено профессиональных проектов. По факту первая премия отдана, заключен договор, заложен проект реконструкции Соборной площади в бюджет 35 миллионов гривен. Депутатами проголосовано. Что же еще нужно было сделать? Ну, это я уже риторически. Ну, мы повторяемся, говорю. Что нужно делать. Я вам скажу, провести нормальные общественные, даже не слушания, хотя бы обсуждения. Это раз. И пройтись по депутатским комиссиям, чего ни с бюджетом, ни с проектом сделано не было. Возвращаясь к частностям, коротко, к жилому дуже фонду. Коротко, час всплывает. Очень коротко. К жилому фонду. 81 миллион был выделен. На данный момент на жилой фонд сумма добавлена. И 12 миллионов сняли с дорог. Распределение проголосовано. И 12 миллионов сняли с дорог. И из Флотского бульвара он не готов, это правильно, я считаю. Сергей Михайлович, 12 миллионов с дорог сняли. Но по неведомой мне причине 19,5 миллионов дорожного фонда почему-то депутаты не распределили. Те, которые должны были быть. Я говорю о том, что сделано, а не то, что могло бы быть. Они есть эти деньги. Мы переходимо далі до вашого другого питання, до речі. Ну, второй вопрос, у меня их там несколько, но второй вопрос простенький, связан из серии «Птичку жалко». Скажите, вот эти деревья, которые в катках, да, их 121 дерево. Что вы, первый вопрос с этим связан, сколько раз вы их собираетесь в году демонтировать, то есть убирать и потом возвращать на место? Это первый как бы вопрос. И второй, где они храниться будут вот этот период, пока их не будет на площади? Ну, вопрос того, сколько раз мы их будем демонтировать или не демонтировать. То есть это не демонтаж, это просто... Эвакуация. Подъезжает погрузчик. Ну, эвакуация. В катке специальное отверстие для лап погрузчика, и погрузчик перевозит в какой-то там из углов площади. А, из углов площади. Их собирают в одном месте локально. То есть их не отвозят куда-то на какой-то склад? Нет, зачем их куда-то отвозить? Их не нужно отвозить, то есть их сместили и все. Объясню. Дело в том, что вот мнение тех же архитекторов, один из архитекторов говорит, что на такой жаре корни в таком маленьком объеме просто летом высохнут. Второе, термокатка. Вы там будете подводить кондиционирование или что будете делать? Термокатка, это термокатка. Она держит тепло, которое идет от корней. Но когда-то это тепло заканчивается. Что дальше? А второй архитектор, тоже уважаемый, пишет, а что будет зимой? Одно дело, когда в земле температура плюс 16 примерно постоянно на том уровне, где корни. А другое дело в катке. То есть вот как эта проблема будет решаться? И в одном, и в другом случае все идет к погибанию деревьев. Ну, слово «термо» не предполагает холод или тепло. Она защищает и от жары, и защищает от холода. И эти термокатки – это тоже не выдумка департамента, не выдумка проектанта. Это реализованные идеи уже в других городах. Поэтому говорить о том, что что-то будет происходить, что могу сказать? Есть позитив. От этого всего. Деревья в этих катках будут подрастать в районе 3 лет. И каждые 3 года эти деревья будут обновляться. Поэтому вид площади все время будет приблизительно одинаковый. Сакуры цветущие приблизительно одного размера. Слива писардия с красивой бордовой листвой. Слива писардия. Более того, эти деревья будут пересаживаться на другие зеленые зоны города, и будет этот фонд возобновляться все время. Добре, дякуємо. Короткий коментар. Ну, я понял, что есть угроза погибания деревьев, но это уже ответственность департамента. Вас почули. Дякую.
І другий раунд дебатів завершено. Нагадаю, що сьогоднішня тема – реконструкція Соборної площі Миколаєва. Сьогодні чи згодом, окремо чи в комплексі? У студії Сергій Коренєв та Сергій Ісаков. І зараз я пропоную вам відповісти на питання від мене, моїх колег та глядачам. Нагадую, що свої запитання учасникам дебатів ви можете надіслати у Viber чи на сторінку Facebook, адреси яких ви бачите зараз на своїх телеекранах. І перше питання. Перше місце в архітектурному конкурсі посів проєкт компанії «Урбан Констракт», яку очолює Євген Паролава, а архітектором є наша землячка Валентина Сисоєва. Скажіть, які проєкти цієї компанії були раніше успішно реалізовані і де саме? Сергій, будь ласка. «Урбан Констракт» працює у нас зараз над сквером Коренюгіна. «Урбан Констракт» зараз працює над бульварною частиною проспекту Центрального. Насчет того, что они реализовывали ранее, вот, честное слово, не я заключал этот контракт, я не готов ответить, не знаю. Добре. Зрозуміло. Те саме питання, Сергій. Ну, если говорить об Urban контракті, у меня только один вопрос. А почему тендер, ну, не тендер, а безтендерные процедуры были на 900 тысяч, а фактически заплатили им 1,5 миллиона. Вы знаете взагалі цю компанию? И я эту компанию не знаю. Я просто искал в интернете какую-то информацию, нашел одно, что департамент провел, ну, скажем так, безтендерную процедуру, я так понимаю, на 900 тысяч, а в конечном итоге, по-моему, в марте месяце 1,5 миллиона пропущено. Да, по закону можно проводить, заключать договора без тендерной процедуры до 1,5 миллионов гривен. А насчет публикации всех этих данных мы отвечали, когда в общественности был поднят этот вопрос, отвечали и правоохранительным органам, там все было сделано согласно закону. Сам договор был опубликован, доп. Соглашение публиковалось какой-то там другой срок или вообще не публиковалось. Но все было, ну, на прозоре нет ни договора, ничего. Все было исключительно в рамках закона про державні закупівлі. Исключительно в рамках. Добре, дякую. Йдемо далі. Тепер щодо того, хто робитиме реконструкцію безпосередньо. Тендер виграла одеська компанія «Пікстрой», хоча свої пропозиції, ми знаємо, надавала і миколаївське підприємство, миколаївський домобудівний комбінат. Питання в тому, чому одесити? Вони зробили більш вигідну пропозицію, чи якась інша причина? Тендер проходив, фактично було дві тендерні процедури. Первая процедура не состоялась, поскольку были ошибки в тендерной документации, предоставленной участниками. Вторая процедура состоялась. Кстати, во второй процедуре, к сожалению, домостроительный комбинат не принимал участия. Ну и, соответственно, торг был, скажем так, не настолько конкурентным, как хотелось бы. Зрозуміло, дякую. Сергій. Ну, мне сложно что-то комментировать по тендеру. Первая отмена была, наверное, справедлива. Я посмотрел основания для отмены. И разговоры о том, что отказали домостроительному комбинату, потому что там не в том формате была представлена документация, что имело место. Там еще огромное количество, большое количество непредоставленных справок. Это правда, поэтому отказали. Пикстрою отказали, потому что у них не было информация об аренде какого-то гусеничного трактора, но все остальные тоже имели недостатки. Поэтому, наверное, первый конкурс отменили правильно. Почему не участвовал домостроительный комбинат? Ну, это его право. А почему выиграл «Пикстрой»? Ну, мне тоже достаточно понятно, потому что за «Пикстроем» стоят очень серьезные в Одессе люди. Не исключаю, что они смогли подготовить компанию к тендеру так, что ей невозможно было отказать. Розуміло, дякую. І ще один момент, що, наскільки я знаю, в цьому ж тендері і в першому, і в другому участвували зв'язані ліця, тобто компанія «Пікстрой» і ще одна компанія, яка так чи інакше через основателі, учредителі зв'язані між собою. Зрозуміло. Йдемо далі, дякую. Буде сумно, але що зробиш? Саме так міський голова Олександр Сінкевич прокоментував можливість непрацюючих фонтанів на реконструйованій площі на момент її відкриття. Причина – недофінансування.
Завершення робіт згідно відповідного графіку, розміщено на сайті Миколаївської міськради, заплановане вже на початок вересня поточного року. Тож, одразу два запитання, бо вони взаємопов'язані. Чи встигає підрядник завершити роботи за графіком, який наданий? І що з грошима на реконструкцію Соборної площі? Сергій. Да, я вже відповідав на рахунок грошей, насчет денег по Соборной площади. Угу. То есть на данный момент у нас есть цифра в районе 73 миллионов непосредственно по договору подряда. Значит, на этой неделе мы планируем первые проплаты осуществлять. Угу. Если о фонтанах, то с понедельника приступает уже субподрядчик Пикстроя к своим работам, к своей части. Пикстрой на данный момент готовит для них площадку, уже вырыты котлованы под фундаменты фонтанов. Значит, мы проводили встречу, оборудование будет греческое. Необходимо осуществлять предоплату. Сумма предоплаты по оборудованию в районе 7 миллионов гривен необходима, чтобы субподрядчик этот осуществил. И в районе 3 миллионов гривен на непосредственно строительно-монтажные работы. Вот с понедельника они начинают, мы организуем финансирование и будем надеяться на то, что все оборудование приедет в срок. Да, есть нюанс, что мы попадаем на август месяц, когда Европа отдыхает зачастую. Ну, Греция вообще интересный народ. Да, всегда отдыхает. Да, но при этом они делают одно из лучших в мире оборудования для фонтанное оборудование. Компания известная, компания субподрядчик, компания строит фонтаны в Мариуполе, в Умане, в Ирпене, то есть в Виннице. То есть по всей Украине работают, очень хорошие рекомендации от них, быстро работают, работают качественно. Поэтому надеемся все-таки, что они примут все усилия, применят все свои возможности к тому, чтобы выполнить все согласно наших сроков. Сжатых, к сожалению, сжатых. Ну, то, что Сергей Михайлович говорил и правильно говорил, что упор на качество нужно делать, конечно, в чем-то может выбить из колеи. Зрозуміло, дякуємо. Сергій, в даному случае ви упомянули условно прямую речь городского головы, так, а не дофинансирование. А Сергей Николаевич говорил, что никакого недофинансирования нет. Как-то не вяжется два момента. Городской голова говорит, что да, есть недофинансирование. А вы говорите, что там вопросов нет, все урегулировано. Нет, ну естественно, у нас сумма тендерная 88 миллионов. То есть есть, да, недостаток денежных средств. Подходя к завершению проекта, нам необходимо будет искать дополнительные средства. Ну, я вас обрадую, не знаю, вы же, наверное, смотрели доп. Соглашение номер 2. Там на 2019 год необходимо только 61,6 миллиона. Остальные деньги доп. Соглашения перенесены 26 миллионов на 2020 год. Поэтому у вас даже избыток 16 миллионов. Можете их вернуть, и мы еще успеем что-то сделать на тех округах, на которых вообще ни одного объекта не попало в ваш план. В любом случае подрядчик планирует выполнить все работы в этом году. Исходя из этого, будем актироваться и рассматривать варианты по платежу. Ну, естественно, тут воля исполкома, планово-бюджетной комиссии и сессии. А остальных депутатов? І сесії, всіх депутатів. Всіх депутатів, звісно. Добре, йдемо далі. Дякую. Під час робіт з реконструкції Соборної площі були виявлені археологічні пам'ятки. Культурний шар античного поселення «Бульвар» та частина підвального приміщення магістрату. Чи не зашкодить ця реконструкція цим знахідкам? І якою, на вашу думку, має бути їхня доля? Сергій. Ну, я думаю, що доля має бути така ж, як у всіх. Хвилина, будь ласка. По хвилині. Как во всех, сейчас. Можно говорить? Так, так. Я думаю, что нужно поступить так же, как поступают все другие нормальные цивилизованные города, и Одесса, и Варна, и Барселона. Просто накрыть это каким-то стеклянным куполом, для того, чтобы то, что-то, если оно имеет историческую ценность, чтобы можно было на это смотреть и понимать, что вот здесь артефакт еще той эпохи, того времени. Я бы поступил так. В Одессе на Приморском бульваре есть нормальное сооружение, класс. И люди подходят и смотрят, и видят стену еще каких-то там времен очаковских и покорения Крыма. Я бы сделал так. Здравствуйте, дякую, Сергей. Именно так и будет реализовано, то есть будет проектное решение, либо это будет купол, либо это будет плоское накрытие стеклянное, с тем, чтобы люди смогли увидеть, что
остатки прошлого, наше наследие, которое было. Очень хорошую идею высказал Александр Федорович Сенкевич, сказав, что должна быть какая-то бронзовая скульптура в виде нашего магистрата рядом, небольшая, с соответствующей табличкой и исторической справкой. Поэтому думаю, что именно так и будет. Сейчас проектант принимает решение, как реализовать. Зрозуміло. Дякую вам за відповіді. І ми завершили третій раунд дебатів. Я дякую вам за змістовні, аргументовані відповіді, за дотримання культури дискусії сьогодні. І на завершення дискусії давайте підіймемо підсумки все ж таки. Скажіть, будь ласка, які аргументи іншої сторони, ви вважаєте, вплинули на вашу позицію, і які ви вважаєте сильними? Теж хвилина. Сергій, будь ласка, 30 секунд. Конечно же, буду прислушиваться к моменту насчет зеленых зон. Я начал об этом говорить. Сергей Михайлович сказал, что это не предмет дискуссии. Но невозможно все-таки Флотский бульвар рассматривать отдельно от Соборной площади. И в том проекте, который сейчас готовит Южный город, Перцова Лариса Ивановна, она учитывает соприкосновение, она учитывает то, чтобы дух был единый. Поэтому мы будем примыкание Соборной площади с Флотским бульваром озеленять. То есть перенесем полюбившуюся часть, попытаемся сместить акцент газона на Флотский бульвар, и люди смогут там отдыхать. Поэтому вот именно на это я и уделю. Зрозуміло. Дякую, Сергій. Касательно вопроса с Соборной площади Флотского бульвара, я глубоко убежден, что проект должна и одного, и второго объекта, это единый комплекс, и должна была делать одна проектная организация, и тогда бы мы получили единое целый ансамбль, великолепное место в городе. Но, к сожалению, так не получилось. Сейчас опять будет какая-то эклектика, несмотря на задачу, о которой говорит Сергій Николаевич перед проектантами. Підсумок. Я остался при своем мнении. Зрозуміло. Дякую. Дякую вам за ваші відповіді, знову ж таки. Дякую вам за участь у дебатах Миколаїв. Шановним телеглядачам, я нагадую, дивіться нас наступного вівторка на Суспільному Миколаєва. На все добре.